Вот, чтобы вам было понятно, на самом деле, просто в чем дело. Ангельская Олиная игра начинает вызывать из меня бесов, и Степан начинает просто защищаться от этой волны. К сожалению, цифровой фотоаппарат не способен отобразить бесов. Давай концовку вот эту перепишем. Что, я продолжаю записывать? Продолжаешь записывать, окей. Пошел. Тоже засыплируем, нарежем, потом сделаем дабстеп-клип какой-нибудь там. Там просто мужик скребет в такт прям. А в это время... Открыть надо. Ты умеешь открывать? Мужик, ты ритм. А в это время, сейчас я вам покажу. Там во дворе мужик. А, вот видите, чтобы он ритм. Там зум на фотоаппарате есть, если честно. И он работает. Где? Сверху кнопки две. А, ТВ? Да, ТВ. Вот, видите, вот там внизу, вот где. Вот. Видите, там вот, мужик ломает дом. Крышу он уже сломал. Но он ломает дом только во время Ангельской Олиной игры. Видимо, из него тоже лезут бесы. Я не знаю, зачем он его ломает. Сейчас я найду имя. А, ну вот, да, где-то. Сейчас, только мне надо. Понятно, давай, мужик. Воспроизведение. Вот он начал снова ломать дом. Понятно, да? Сейчас, ну, ладно, попытаюсь давай навести на него. Раньше включил. Иди сюда. Я еще раньше включил. А вот сейчас Степан все-таки не смог отразить бесов, и вот сейчас, кстати, это он играл на клавишах силой мысли с помощью бесов. Вот. С помощью Оли. Оля, на самом деле, видите, она даже не прикасалась, на самом деле, к клавишам в этот момент. Вот это исключительно силой мысли Степана были зажаты клавиши. Так вот. Я не знаю, что там было, у меня такой Лесли в ушах был. Надо послушать. Я был не в сознании. Слажа. Но это исправить можно. Она просто с задержкой. Ну да. Давай. Нарежем. С этим все. Теперь хит. А, еще хит. Там проще, наверное.